Привет! С вами Тору, вы на канале Nissan Rise, и мы продолжаем добивать САО. Вчера мы буквально прошли основной весь сюжет, и нам остались ивенты. Нам остались все ивенты перед тем, как мы начнем дополнение. Ямато здесь тоже нормально, он застрял в скамейке, но с кем не бывает, да? А все-таки игра в бета-тесте, как заявляют разработчики, так что все нормально. Азур, Бананец, Богдан, Мад, Феликс, привет-привет. И с чего мы сегодня начнем? Я не знаю, я бы... Господи, он снова собрал вокруг себя гарем, и посмотрите, одни женщины. Стоит какой-то непонятный Сузука, а вокруг него целый гарем женщин. В чем секрет популярности? Вот в чем вопрос. Кстати, вот Браво, ничего так. Ну-ка, погодите-ка, что мы можем? Угу, привет-привет. А, так, квесты, все понятно. Ладно, я даже готов выполнить твой заказ, раз такое дело. Асуна, ты ничего не видела? А, вот. Все, мы стали немножко ближе к Браво. В общем, сегодня нас ждет вот чего. Да, меньше ивентов не становится, меньше их однозначно не становится. Я бы вообще сходил в магазин Силики, нас туда упорно зазывают. Я бы сходил и отведал немножко свиных булочек в Силике. А вдруг у нее там появились какие-нибудь новые рецепты или что-нибудь в этом роде? Да и саму Силику увидеть не помешало бы. Так, погодите, я так понимаю, настала ночь, и... Нет, это не помешает нам увидеть Силику. Где, кстати, сама Силика? Силика, Силика, Силика. Блин, нужно было Силику с собой таскать на задание. Вот у нас Силика. Кстати, она 51-го. Неплохо. Где-то на торговой площади. Очень-очень даже не... Синон, мое почтение. Где-то вот здесь у нас должна бродить Силика. Осталось ее изловить и затащить в магазин. Силика, Силика, Силика. Вот где она может быть? Синон мы уже нашли. Арга тоже есть. Асуна есть. А, вон Силика. Но ивента с ней нету. Нам что, правда, нужно бежать в магазин туда? Ну-ка, погодите. Силика, ты мне ничего не хочешь сказать? Ну ладно, давай прогуляемся. Давай я тебя проведу в твой же магазин. Давай, пошли. Я тебе магазин... И она летает даже спиной. Ладно, пойдем, я тебе покажу твой магазин. Что-то ты далеко от него ушла. Он где-то вот здесь, на обочине, стоял, такая небольшая лавочка. Пойдем, Силика, вон. Наверное, где-то вон там твой магазин. Смотрите-ка, не здесь. А где же магазин-то свиных булочек Силики? Я помню, что он где-то был на обочине. А где именно он был, я вот этого не помню. Насилика, у меня для тебя плохие новости, мне кажется. Похоже... Ага, туда же одному нужно прийти. Силика, я все понимаю, но давай как-нибудь потом. Где-то здесь должен быть ее магазин. А где ее... А, вот, все, вон. А, нет, это Синон, это не магазин Силики ни разу. Алекс, я не заблудился, я потерял магазин Силики. Это две совершенно разные вещи. Погодите, вон, все, вот. Все, вот магазин Силики, я его нашел. Я не потерялся. Все, все в порядке, мы справились. Да, нужно, наверное, сходить проверить, как там дело Силики продвигается.
то, в каком изумлении была Лиз, можно подумать, что она сама открыла этот магазинчик. Не говоря уже о том, что мне действительно хотелось бы немножко свинины прямо сейчас. Я не знаю, Сил. Я не уверена, что это возможно. Правда? Чё-то Силика расстроенная. Как-то это все не к добру. Интересно, а что здесь происходит? Я знаю, что ты чувствуешь, но... Эй, ребята. Как ваш бизнес продвигается? Привет. Я только что... В общем, я думала о новом... О новом блюде в меню. И нужны ингредиенты. О, я заинтригован. Да, было множество клиентов, поэтому я подумала, что пришло время немного все это дело оживить и разнообразить. И следующим большим шагом будут булочки с карри, верно? Ну, что-то вроде булочек с карри. Никогда в жизни не пробовал булочку с карри. Звучит потрясающе. Не, ну да, звучит-то, конечно, как отличный план, но... В реальности это просто уйма работы. Тема? О чем ты? Лиза считает, что ингредиенты слишком сложно найти. Поверь мне, я ничего не имею против булочек с карри. Как бы так сказать-то? Подумай о стоимости времени на подготовку. А вот как нужно преуспевать в бизнесе. Анвара, привет. В общем, оно... А что, если мои клиенты начнут скучать? Разве я не должна добавить что-то новое, чтобы они... Добавлять что-то новое в меню, чтобы они продолжали возвращаться? Ну, а почему бы не попробовать? Назовем это тестовым продуктом. Ну, или что-нибудь в этом роде, чтобы проверить. Ну, это кажется разумным. Но мое шестое деловое чувство говорит, что это будет очень тяжелое сражение. За булочки с карри, да. А вчера за фрикадельки сражались, а сегодня будем за булочки с карри. А мое говорит, что я могу это сделать. Ну, по крайней мере, я так думаю. Стоит ведь попробовать, верно? Ну, ладно. Давай просто проведем эксперимент. От ингредиентов до конечного продукта. И я с вами пойду, если не возражаете. Я могу знать несколько секретных мест. А что на самом деле вообще включено в состав булочки с карри? Ну, посмотрим. Нужны пряные травы, желтые семена, шиповник. О, и огненные... крысиные клыки? Кто это есть будет? Кто? Ну и плюс все нормальные ингредиенты, которые нужны для свиной булочки. Да, это довольно много. Ладно, давайте приступим.
О, смотрите-ка, выпало. Так, у меня, в общем, есть 5 клыков. А у меня только один. Ну, это, конечно, не редкий ингредиент, но я думаю, что он дропается не со 100%. Да, это было довольно сложно. Это было бы довольно сложно, если бы на них охотился только один человек. Язур, не напоминай мне о пчелиных крыльях. Шат, привет. О боже, пчелиные крылья. Сколько я? Часа 3, наверное, выбивал на пчелиные крылья эти, чтобы легендарку себе скрафтить. Господи. Это было ужасно. Ну, вроде бы мы уже собрали все, что нам нужно, поэтому давайте вернемся и сделаем несколько булочек с карри. Ладно. Спасибо. Скорее возвращайтесь. Я никогда не видела, чтобы продавалось так быстро. Ну, определенно они ведь выглядят аппетитно. И я все еще голоден. Посмотри на эту улыбку. Силика выглядит такой счастливой. И это замечательно. Ну, конечно. Такое чувство приходит только один раз, знаешь ли. Ощущение от открытия собственного магазина. Все прям такое свежее, новое и захватывающее. И тебе просто нужно попробовать каждую идею, которая приходит в голову. Алекс, для таких людей отдельный котел в том самом месте. Потому что я не знаю. Хотя даже есть какой-то шанс, что я этому завидую. Может быть. Лиз, ты это видела? Они продавались просто супер хорошо. Да, и это отлично. Поздравляю, Силика. Они просто как молнией поисчезали. Мне даже ни одной не досталось. Шад, я уже... второй я буду, но я не буду делать его третьего тира. Я устал, честно. Мне бы одного тира скрафтить, первого точнее, да и все, и болт забить. Ну, чтобы две было. Одна-то у меня есть, и надо вторая. И я уверен, что эти клиенты вернутся даже раньше, чем ты об этом знаешь. Да, и поэтому нужно еще больше блочек, да? Да. Ты была права, Лиз. Ингредиенты было достать куда сложнее, чем я думала. А вот теперь выкручивайся как хочешь, потому что они придут такие, где моя булочка с карри? Такая, нету, и все, и минус силика. Ну, я не знаю, можно легко восполнить запас ингредиентов, если все правильно оценить. Можно цену, например, повысить там. И вот... Я уверена, что мы можем найти способ уменьшить твои затраты. Уменьшить? Ну как?
Что не тут, как ты мурай баино? Ну, как ты уже сказала, ингредиенты достать сложно. Так что тебе просто нужно, чтобы другие люди добывали их вместо тебя. Да-да-да. А ты прям прирожденная бизнес-вумен, Лиз. Что не тут, как ты мурай ты? Ну как? Что ты имеешь в виду? Ну, все просто. Люди продают тебе дроп, который они получают. Вещи, вот те ингредиенты, которые ты используешь для приготовления своих булочек, для тебя-то они идеально подходят. Но большинство игроков эти предметы вообще не используют, и они бы с радостью их продали. Поэтому все, что тебе нужно сделать, это предложить купить их по несколько более высоким ценам, чем магазины NPC. Лиз, ты гений. Да, хватка у нее есть, это уж точно. Да, Шат, 100 крыльев. Мне 50 крыльев хватило прям с головой. Ой, господи, спасите. Ну, а все это потому, что у Силики была такая прекрасная идея. Ну, спасибо тебе огромное, ты великолепна. Даша, да. Вот Азур такой, ой, сложно было легендарку. Капитан Америка, привет. Азур такой, ой, сложно легендарку выформить. Ой, сложно, ой, больно, ой, все, много гринда. И ты такой сидишь, когда у тебя два меча, и нужно две легендарки делать. Ты сидишь, усюк, тебе сложно там, значит, было, да? Ну, блин. Я собираюсь продать очень-очень много булочек с карри. Я рад, что это сработало. Я тоже. Да еще бы ты не рада была. А, с тобой все будет в порядке, Сирика. Да. Торговец винными булочками. Да не особо. Мы вот только один ивент с Силикой прошли. Булочки с карри мы раздобыли. Ой, интересно, а их же, наверное, даже купить сейчас можно будет. Давайте сделаем небольшой взнос в развитие дела Лиз. Господи, я опять потерял магазин с булочками. Это ты? Это не ты. Где вендор булочками свиными? Господи, как, зачем я вообще отошел от него, от нее? Где? Где мой ларек с булочками? Господи, где моя шаурмечная? Ну где-то ж... Да как я на него над... Что-то пошло не так. Вот казалось бы, был только что... А, вон там он, наверное, да? О, да, все, вот торговец с булочками. Только свиная? Подожди, а где булочки с карри? Я не понял. Оля, привет. Ладно, нету булочек с карри. Ну и ладно. Возможно, дело еще не поставлено на поток, возможно... Ну да, это же была первая такая порция. Ну, Шат, вот смотри, какой я себе сделал. Вот. Но он у меня, видишь, он у меня первого тира. Вот и все, вот и приехали. До третьего я его не добил, потому что, ну, такое. Такое себе. Там просто нужно 100 темных кристаллов. У меня их было очень-очень мало. И я забил просто болт. Но я не в состоянии буду это дело выфармить. Это нужно очень-очень много времени. Это только на одну легендарку. А еще две. Азур, если бы тебе нужно было две легендарки, я бы посмотрел... Что бы ты нам сказал? Во, надо изловить Силику и узнать, что там, как она, как у нее дела. Пойдем ловить Силику. Так, Силика где есть? Силика где-то на торговой площади. Пойдем посмотрим. Может, хотя бы булочку у Силики отожмем, потому что с карри-то так ни одной и не досталось. Измель, чего вкусненького продают?
Кизмыль по овощам, я понимаю. Вот почему она запала. Да. Пока Кирита здесь бродит, она решила найти себе другого. Огурчик, баклажанчик. Квесты, может быть, мы охоту какую-нибудь выполнили? Конечно же, нет. Ну и ладно, не особо-то и хотелось. Так, чё я сюда приперся, когда мне нужно было вообще идти на торговую площадь? Арга. Какой квест у нас с Арго был? По-моему, только собачий квест у нас был. Ну, это Арго и Юи, их совместный квест. Да, Шат, говорят, что не выйти в Парагон, если крафтить не через крылья, не через вот темные кристаллы и все такое. А вон Силика, все, нашлась. Хватаем, пока далеко не убежала. А что это она пытается скупить эти ингредиенты? Сода. А, ну это все еще ивент в магазине. Как же я хочу прямо сейчас булочку с карри. Мне нужно пойти и проверить, как там Силика. Силика, ну дай булочку, ну пожалуйста. Какая сосредоточенная. Я думаю, что мне нужно больше, да, Пина? Пина, господи, администратор и менеджер магазина. Просто ящерица, ой, простите, дракон летающий. Ну, привет, как поживает моя маленькая инициативная Силика? Ой, добро пожаловать в... Ой, она уже начала. Похоже, у тебя, в общем, все. Похоже, твой бизнес, мозги твои уже того. Да, Шад, ивенты тоже не думают, что я тоже хочу фармить, поэтому я уже не хочу фармить. А, здесь довольно тихо. У тебя закрыто сейчас? Ой, да. Потому что все было продано прям молниеносно. Ну это хорошо. А почему бы нам не написать Лиза, вдруг она тоже хочет немножко прогуляться? Ну, звучит неплохо. На самом деле, она, скорее всего, в своей кузнице. А почему бы нам просто не сходить к ней? Ну, оставь это мне. А, кстати, а ты не знаешь, что это за знак-то возле ее магазина? Ну да, разве она не закончила это вот прям не так давно? Это так круто. Оно полностью из металла и такое замысловатое, и выглядит классно. Ну да, думаю, это довольно мило. Ты так не думаешь? Да не, это не так. Я просто привык к ее старому, который был в САО. Однако сделать такую вывеску довольно сложно. Эта игра все еще как бы находится в ранней стадии. У меня нет ничего подобного для моего маленького магазинчика. Ммм,
А вот он, а и вот она здесь, как и предполагалось. Хонтода. Лиза-сан. Привет, Лиз. Йо, Лиза. Ара. Привет, ребят. ССД, привет. И что это вы здесь делаете? Ну, мы думали, что могли бы немножко прогуляться. Конечно. Это может помочь мне отвлечься от некоторых вещей. Все хорошо? Ну, какая-то ты не особо счастливая. Да не, ничего. Просто глупая, просто одна из, просто какая-то глупая работа была испорчена. Пришел клиент, который, он слышал всевозможные слухи о моем магазине, но я не могла сделать то, чего они хотели. Ну, хотя я думаю, с ремесленными магазинами это постоянно происходит. Я знаю, но... Это отстой. Я потеряла доверие этого игрока. Мне жаль, прости. Так а что он хотел-то? Уровень моего мастерства в этой игре все еще довольно низкий. Потому что она новая. Не все идет по моему пути, к сожалению. И так, как хотелось бы. Мне жаль. Да, все в порядке. Просто я очень скучаю по 76-му этажу. Я скучаю по САО. Типа, все началось с магазина в арке Софии. Я тебя понимаю, Лиз. Тебе не нужно... Ты удивительный кузнец, но качество это не единственное, что нужно твоим клиентам. Ты им нравишься. Им нравится твоя личность, и, возможно, у них куча воспоминаний о твоем магазине. Понимаешь? Ну, конечно! Я так же думаю, Лиз. Спасибо, ребят. Ну, мне нравится думать, что ты прав, но это ведь бизнес. Я беру деньги, а значит, должна проделывать серьезную работу. Во всяком случае, сейчас не время для этой проблемки. А почему бы нам не выпить, не сходить в кафе? Мне нужны сладости. Ну, я в деле. Отлично. Подожди секунду, пока я приберусь в магазине. Лиз выглядит все еще довольно грустной. Да, у нее всегда было чувство долга. И это должно... И из-за этого ей все было намного сложнее. Да, помним мы магазинчик, и когда Кирита пришел, чувство долга. Это вот мой лучший меч. Это прям лучший меч. И кто-то, кого не будем называть, взял и сломал его. Именно она научила меня тому, как важно доверие клиентов. Насколько важно доверие клиентов. Интересно, что я могу для нее сделать?
Я не могу ничего придумать. Хотя, наверное, стоит очистить ее голову. Чтобы она отвлеклась. Извините насчет этого. Давайте в кафешку уже. Данжен, привет. Интересно, остались ли какие-нибудь из ограниченных по времени? Короче, из тех лимитированных кремов из темной вишни. Андрей, привет. Ну, все, что захочешь, это на мне, Лиз. Чего? Почему? Ты меня подбодрить пытаешься, что ли? Какая же Силика серьезная. Ну, Силика немного о тебе беспокоится. Фигась, немного, судя по лицу Силики, она сейчас любого сожрет за Лиз. Ну, если это так, тогда сдерживаться я не буду. Чё? Я всегда хотела посмотреть, смогу ли я съесть целый пирог самостоятельно. Чего? У меня нет таких денег. Ну, я думаю, что это нормально. Просто только целый пирог мог поднять... Только целый пирог, в общем, смог бы развеять облака над моей темной и мрачной душой. Господи, Сирика, ты сама. Ну, хотя, я не думаю, что мне нужно все мое оборудование. Возможно, я смогла бы часть продать. Да ладно, Лиз, не дразни слишком сильно. Короче, Силика уже собралась шмотки продавать и всякое. Просто, чтобы накормить Лиз, господи. Ой, прости, я же просто пошутила. Давайте перекусим. Эй, подожди, чего? Подожди, Силика! А подождите Силику! Я думаю, что Лиз чувствует себя немного лучше. Надеюсь, это поднимет ей настроение. Да, кто же знал, что управлять магазином будет настолько сложно? Можно мне парочку таких друзей, которые, значит, приходишь такой, блин, мне сейчас 5 пиц, они такие, ну мне телефон, в принципе, наверное, не особо нужен. И вот эта вот курточка тоже не особо мне, наверное, нужна. Отдайте нам 5 пиц, пожалуйста. Силика идеальный друг, вот Силикой ходить куда-то по кафешкам, наверное, очень-очень хорошо. Так, Арго, кафешка, Синон, а, Синон это у нас будет квест. Да, у Синона это квест с этим мечом. Я бы Асуну пожмакал. Так, где нам искать Асуну? Асуна где-то там. У врат телепортации. Насколько ж Силика все серьезно воспринимает. Так, ну пирог так пирог. Давай так, не все, мне нужно, может, что-то и продать. Ох уже эти бизнес-леди в САО. Так, Асуна. А, вот. Какая встреча. Так, погодите, это все, конечно, хорошо, но могу я сейчас пошмакать немножко Асуну. А ну-ка, пойдем прогуляемся. Да-да-да, хочу. Да-да-да-да-да, свидание. Так, погоди. Иди сюда. Да в смысле, ну... Асуна, я все понимаю, но... Как будто первый раз, господи, все, ладно. Она постоянно так пугает, и куда она? Не, я понимаю, что она... А, так, нет, стоп, это Арго. Да в смысле? Стоило предложить ей подержаться за руку, как Асуна внезапно самоустранилась куда-то. Куда?
Ладно, давайте перезагрузим площадь. А в смысле, чем? На пиццу? Да не, ну с таким отношением, да, станет бомж-леди. Но она так серьезно хотела помочь Лиз, это вот прям, да. Даже возьмите мой меч, пожалуйста, и принесите мне пирог. Ну, с другой стороны, тогда, чувствую, этот город и эта игра лишилась бы одного кузнеца. Так, Асуна, я ж всего... Блин, я предложил тебе просто подержаться за руки. Куда ты улетучилась? Ага, она уже там. Она уже свалила. Просто ведь хотел за руки подержаться. С ней уровень отношений там просто идет. Ну хватит слать мне письма, господи, ну выполню я все ваши квесты. Так где вы? Давай, хорошо, да, я приму твой заказ. Кто там, кому я еще нужен был? Окей, давай и твой заказ я тоже приму. Да на максимум-то это понятно. Она у меня и с гораздо меньшими отношениями и за руку цеплялась, и на ручки даже бралась вполне себе неплохо. Давай, давай, и твой квест я тоже выполню. Прям все выполню. Да-да-да, давай-давай. А просто вот эти запросы, они как бы нужны. Потому что нужно 100 персонажей, чтобы у тебя со 100... Ачивка. 100 персо... Нужно подружиться со 100 персонажами, и вот. А для этого нужно выполнять их запросики, нужно выполнять их квесты. Вот Гох — это наш кузнец, с ним уже вон, отношения неплохо так качаются. Это кузнец, у которого я точу и крафчу оружие. Да, я изменяю немножко Лиз, но что поделать, это времена конкуренции. А с нуля прокачивать ту же Лиз, это будет слишком и затратно, и долго. Блин, эти неписи скоро обгонят, чувствую, по отношениям. Мои отношения с премьерой, вот это будет довольно странно. Вряд ли она это одобрит, она ж так сильно метит на место любовницы. Так, погодите, еще... Ага, все, ладно. Это просто отличный способ избавиться от той кучи ненужных абсолютно материалов, которые накопились. Там крылья в левых от пчел, у меня там под 1000, наверное, с хвостом уже насобирал. Куда их девать, кроме как не впаривать вот этим вот добрым ребятам, которые... Вот, допустим, Эмика, я уверен, что ей нужен какой-нибудь хлам. Почему бы нет? Почему бы не очистить таким образом свой склад? Да-да-да, и ваши квесты, все квесты прям, да-да-да-да-да. Я только за. Да, с премьер подушечная сцена есть, и она однозначно будет, и я... Я не отстану, пока мечта премьер не исполнится. Кирита ж пообещал ей исполнить ее мечту. Вот, свою мечту она огласила на вчерашнем стриме, так что... Ну, кто мы такие, чтобы... Идти против воли премьер. Так, да-да-да, Кляйн, свиные булочки. Острые, нет. Опасная, максимально опасная женщина. По возможности лучше держаться от нее подальше. Так, Асуна. А в прошлый раз у нас что-то не сложилось. Вон она. Все, Асуна, иди сюда. Там что-то с Юки связанное было, да? Привет, Асуна. Чем занимаешься? ФБР рано. Просто небольшими организационными вопросами. Занимаюсь. Я просто хочу убедиться, что цветы Юки и Стрей стоят на идеальном месте, где я смогу видеть их постоянно. Ну, звучит как хороший план.
Они же действительно сделали что-то невероятное, да? Они так усердно над этим букетом работали. Они сделали все это, хотя они не должны были. Я не могу поверить, что я так сильно волновалась. Мне было так страшно, что я просто обременяю Юки. Да не, ну этого же не может быть. Да. В конце концов, именно ты тот, кто сказал мне, что я ее поддерживаю, а не обременяю. Да, и, возможно, Асуна, это именно ты была, кто надоумил Юки Кирита в волосы бантик вплести. Господи, что вчера было? И это заставило меня задуматься о том, что у каждого есть свой способ помочь своим друзьям. И я собой горжусь. Хорошо. У Стрэй очень оригинальный способ помогать своим друзьям. Например, вывод из состояния паралича. Вот у Стрэй это все работает просто отлично. Там это все отточено и отлажено. Просто лучше некуда. У меня парализующий яд. Какое-то время я не смогу двигаться. Стрэй, Стрэй. Приняла, поняла. И напала. И похоже, что она знает, насколько я о ней забочусь. Точно. Они определенно, в общем, все это знают. И поэтому я хочу постоянно, в общем, видеть эти цветы. Хочу, чтобы они всегда были рядом. Цветы ведь прекрасны. Это действительно невероятно. Да, они всегда будут напоминанием. Память в цветах. Это цифровые данные. Единицы и нули. Часы тестирования, чтобы убедиться, что цвета никогда не исчезнут. Я думаю, что мы должны сохранить КАДА-клуб. Что скажешь? Азур, я был максимально против. Это была подлая атака. И мы можем еще членов набрать. Мы можем подключить Егеля. Знаешь, этот чувак знает все о нежных цветах. Он просто будет бесценным. Эгель, господи, в цветочном клубе. Да, Эгель в цветочном клубе. Да, никогда бы не подумала, что у него скрытый ботанический талант. Господи, да. Он прям выглядит, знаете, как вот человек, который увлекается цветами, который в цветочном клубе. Ай, Эгель. Ну, я думаю, что нам нужно продолжать этим заниматься. Наш клуб, наши квесты, наши приключения. Это все, что держит нас. Это все, что делает нас молодыми. Да, это так. Я не думаю, что у нас будет проблема. С тем, чтобы получить Стрэй на свой борт. Да, мы живем полной жизнью, безумной, дикой, всегда молодой и... Вообще, мы, да, всегда школьницы навсегда, старшеклассницы навсегда. Подожди, чего? Кирита тоже старшеклассница? Хватит кусаться. Кирита официально причислен в ряд старшеклассниц. Да, да, а вы что думали? Ни одна Стрэя хотела быть старшеклассницей. Вот. Кирита тоже, возможно, где-то глубоко в душе.
Так, Асуна, ну давай, ну возьми меня за лапочку, иди сюда, пошли погуляем. Давай. Иди сюда. Это свидание, да, как ты и предположила. Да, вот же хитрая женщина какая, а? А? Чё ты? Чё ты? Вот, вот высматривает. А как за руку взяться? Так не, ты что, до свадьбы никогда. Асуна, Асуна, я все, конечно, понимаю, но вот это... В общем, ребят, самое время нам, да, пойти на небольшой перерыв, после которого мы продолжим выполнение всех этих ивентов. 5 минут и продолжаем.